Игра душой от Сашки. В смысле душой? По ГТО. До этого играл душой. Было кайфово. Было интересно. А сейчас сидишь, уже все посчитанные кнопки нажимаешь. Начнем с того, что у него фулов нету. Это 100%. Сомнительно, но окей. И флешей тоже у него нет. Он бы ставил флоп. Иди сюда, мой слайд. Ебать, он допер чекнул в такую доску. Ошибся. Мне надо чекать, и ривер отбиваю любой. Ты что, с ума сошел? Ну да. Но я хочу. Ой, блин. Сань, ты гений нахуй. Ой, дурак. Ну ты вот, ну вот обосрался, ну. Обосрался. Ой-ой-ой. Бля, сложно, чат. Нихуя непонятно, бля. Нихуя. Сложно. Че так сложно? Я правильно понимаю, что мне надо пушить? А, то есть все бы в all-in пошли, всем похуй, но все сыграли кол. Естественно. Так, а раньше пушить там никто, да, не хотел, не мог? Нет. О, так у меня флэш. Минуточку. Стой, не понял. А, так у королей там тоже флэш. The next day. А у него стрит флэш. Ну, слава богу. Я понял. Ну, сейчас точно выиграю. Но это не точно. Ну, тут без вариантов. Это мое будет. Ну, что это такое? Что это такое? Не обыграю, что ли? На изи. Да как? Чёрт! До тильта один алын остался. Все, последний алын. Все, что могу схавать, это последний алын. Больше все, я этого говна не могу терпеть. Ну этот же раз... Think about this, закройся! Пожалуйста! Выбью валета? Не выбил валета, жесть. Что? Тусхай не выбил! А, так я старше, алло, у меня девятка. Куда ты лезешь, брат? Иди нахуй, господи! Сори, я больше это не могу терпеть. Да что такое? Что я в какую-то завупу попадаю вечно? То есть, ну, мои оппоненты в какую-то завупу попадают. Просто, прикиньте, как капает. Просто жестко. Ой-ой-ой, как это жестко. А, у него стек маленький. Ну, вот так вот тогда мы сделаем. Мы делаем так. Может, запушим? Ну, вроде да, должны. Ну, семерка нормальная карта для пуша. А туз, да? Да. Туза, конечно, не выбьем. Ой-ой-ой-ой-ой, еще одного хрюкнул, чат. Просто как же жестко. Может запушить? Погнали, нахуй! Бьёбался только. Но переехал. Жирный свиненыш. Мне нравится пуш, у нас хорошая фолдэквити. Раз, во-вторых, чел очень широко открывает. И погнали. Ну опять вляпался. Он вляпался. Чел откалывает. Да. Как, наколил пивко. Я сижу бухаю, и мне вообще похуй. Вы заметили, что он снэпом? Даже секунды не подумал. Сразу снэпом валит 9, о, моя любимая рука. Оп, вкусно, мы сразу его рейзим. Мы не хотим играть чекол. Мы хотим выставиться прямо здесь. У нас эквити много. Да, поехали, говорим ему. Он с десятками кол нажимает.
Ну, сет семерок. У нас против сета 32% на победу, прикиньте. Ну, вкусно. Ты, сука. Знаете, на что это похоже было? Открываешь Сникерс, и ты такой: ой, Сникерс, а почему он говном отдай? По сути, вкусно. Все, буду жестко играть. Да, блядь, ну почему у меня ничего не работает? Еще король даму! Ну, блин, как же он хорошо еще и поехал. Прикиньте, неужели я выиграю это? Нихуя! Да неужели меня игра наградит за мой рестил? Да, наградила. Наградила по губам! Ну, какое-то вообще ничего не получается. Ну и пожалуйста, блядь, ну и пожалуйста, пизду, ну нахуя мне это нужно?